Почему на дороге не снимать снежку? Так, у нас сегодня 20 июня. Это уже после ужина, после 7 часов вечера. Вот, и Фросине, и Нестору дробот дали наказание. Тапочки сними свои. Все равно. Так, ноги убирай с кольца. Залазь туда. Принцесса на вот под, это подушка. Можешь полу это... Рося, ну что делаешь-то? Можешь вот так вот, как бы полубоком лечь на подушку. Вот сюда вот. Ложись. Аккуратнее, аккуратнее. Ты телегу-то придерживай, ты свалишь вот сюда. Во. Вот так, во. Вот так вот. Как там, этим как лежали? Надо было. Вот так. Вот так. Вот так? Вот так, сделай пальцы. Вот так? Да. Да, вот так. Все, готовы все? Все. Держусь. Все, вперед. Так, аккуратнее только, а то растрясете ее дорогой-то. Самое главное, чтобы я не вырвала. А то будет некрасиво. Совсем некрасиво. Ты что-то на тележке? Но не на горошине. Да, все, поехали! Рося, ты меня затопчешь тут. Если ты только вниз-то не дави, чтобы Росе не так тяжело было. Нравится наказание? Конечно. Кому нравится, кому нет. Кому нравится, кто покатал. У меня уже ноги растрясли. Ну я еще размялся. Это просто настигло свою фантазию. А еще бы оделись в охранную одежду. Ну и так меня в храм притащили. В воскресенье утро. Сюда пораньше надо уже и тележку тащить. Знаете, вам толкать. Ее как руку до конца держали. Нестор, Нестор, ты толкай тоже, помогай, Фроси, так все надо. Знаешь, такое утром
посадят на эту... На, ну, ты понял, да, телегу. А, накрывают одеяло, и ты спишь. Пока да. Да. Вы такие едете на речку, я такая просыпаюсь уже в воде. Ласки у тебя будут. Я думаю, что у нас что-то как на пути. Руки выше, Полина. Все, заворачивай. Вот до Игоря Барбаша доехали. А вот он и Коршун обещанный. Блядь, а представьте себе, такая просыпается она, ложится, одевается, ложится на телегу. Мы ее накрываем, взял дорожку с того пруда, а она просыпается в воде. Окей, едем, едем. А, да что ты, она такая тяжелая. Надо тебе сзади. Давай. Ой, не надо мне, я не добавляю. Покупай себе, да? Нравится платье? Да. Да, я бы ночью такой делаю. Ну, да, подожди. Я бы на утро так нести. Да лучше сказать, что мы у Чернигова, в Украину. Это намного больше, чем для меня, я сюда ехала. На поезде. На поезде ехала у нас половина дня, еще 3,5 дня. А вы знаете, сколько приезжала? А вы знаете, сколько будет идти на эту телегу? Ну да. Еще и со мной, да, по-моему. Ну еще плюс мы не знаем ориентира. Я примерно знаю. Идти по рельсам, а потом из Москвы по дороге прямо. Нет, расстройся, это вообще босиком идет. Да. Да. Да, мне нравится. Я буду, я не могу. Нет, толкай, толкай сильнее. Ой, да, ой, Yeah.
Вон рыжая встречает вас. Рыжая! Мама, сейчас скажу ее подхватить. Рыжая, бесстыжая, а кто у нас вчера рыбу украл, а? Она целую рыбину украла вчера. Поэтому мама на нее обидела. И выгнала из дома, да. Не, она не выгоняла. Поворачивай. Рыжка с дороги, бип-бип. Бип-бип, не видишь, что королева едет. Оступиться все моим шмотком. Ой-ой-ой. Место, толкай, тяжело же здесь. Идешь, языком болтаешь своим. Не дай. А Рыжа нормальная. Да чуть по-разному ходит. Ну, какие-то ненормальные через траву едет. Я буду дальше смотреть. Можно я здесь щеночек буду искать? Ворочай. Ну, теперь стойте. Остановись. Кошка рядом лежит. Потихоньку снимайте ее. Как? Снимать как-то надо. Опустить и дальше. Ну, а тут поднимай. Ей будет легче с вас спускаться. Держи ее там. Держи. Вот она съехала. Все. Теперь убирай все матрасы. Туда занесите все. Оставьте только палатку одну. Оставьте. Матрас мой. А теперь продолжение суда будет. Слушай. Давай, утащите. Так. Уберите все. Не уроните, вынесите. Ну, можете занести туда в комнату. Вот дальше нет, заходите. Выходи сразу. Так точно. Заходите туда, все. Я теперь спрашиваю тебя, красавица. Почему ты решила толкать в другую сторону? То есть там двое, а ты одна. Почему ты против двоих пошла? Это правильно или нет? Я хочу там остановиться. Ты почему толкала там в другую сторону, куда ехать не надо было? И зачем ты к тележке-то подошла? Объясни. Просто так. Просто так. Это у всех, которые делают неправильно, у них просто так. То есть это обычное, привычное, и нужды нет никакой. Но ты не права, что одна против двоих пошла и толкает. Ты, они стоят и стоят. Ты-то зачем подошла и начала толкать? Вот. Если бы на этом суд мой закончился, все бы сказали, неправильный суд. А теперь так, берись за вас тележку, а вы двое садитесь на тележку. Так, куда? Да запрягайся, лошадка. Вот так. Вот сюда. Давай, подожди, держи крепче. Садитесь. Вот, садись, Клася. Вот. Держись, а теперь повезешь. Да. Тебе одной очень трудно, я тебе помогу. Да куда? До ворот и обратно. Чтобы им не было обидно. Ты-то тоже была не права, правильно? Да. Ну да, давай, куда разворачиваем? Туда? Поэтому нам больше. Чтобы я на тебя не наступил. Меньше. Я тебе помогаю, ну, подружку. Меньше ехать, чтобы больше была наша. Это обувь какая-то под ногами. Нет. Моя. Ну давай. Так, вот теперь мы поехали. Удовлетворить? О, не надо, она упадет где-нибудь. Сплю. Нет. Ну давай. Одной тебе не справишься. Ну да. Я тебе помогу. Сплю. Потому что ты была не права, и одна против двоих пошла. Давай сейчас поворачивай направо. Давай, пошли вперед. Ага, еще дали прицепить, чтобы она вела нас. Вот она где-то сильная. Она в мать сильная. Она в мать сильная. Так, давай, становимся, подожди. Так, ребятки, не слазьте потихоньку. О, все. Теперь идите сюда. Есть такой «Князь Серебряный» фильм. Тальков играет. Вот фильм хороший. Иван Грозный сидит, и он говорит, суд мой праведный или нет? Я спрашиваю, суд мой праведный был? Правильный. А вы? Правильный. Согласна? Да. Больше так не делайте. Живите дружно. Я пошел домой. Живите дружно, но теперь я буду спокойно, что я не зря получил. А то скажешь тебе на тележке домой везти. Вы еще не шли здесь. Меня там приглашают на тайный разговор. Я не пойду. Так, ну все, ребята. Сейчас Володя будет готовить на завтра. Утром рано мы в 7 часов уходим на другой пруд.
На какой? И что вот там шлюз называется, между первым и вторым мостом. С нами, с нами. Видишь, там. Фух. Туда пойдем все, все приготовиться, чтобы всем закончено было. Вместе поели и уходим. Вот сюда вот придется привязать веревочки длинные. Можно даже какие-то другие веревки. Один пойдет по воде. Там. А другие с боков будут тянуть. Чтобы... Веревочки не пойдут такие. Надо, а? Надо толстые привязывать. Такие не пойдут веревки. Я толстые говорю, она идите. А. Вот она, которая лежит, веревка. Такие две. Я возьму, там у меня есть. Но. Так, лопаты две. Ведра три взять, четыре. Рядом. Помаленечку носить. И там мы сделаем в течение, допустим, трех часов. А пульма не тапок. Иди, не брать. Володя, я посмотрел, кто-то там опять... какими-то тоненькой сеткой заткнул. Не надо делать это, отдушины. Воздух не проходит через них. Это бы старые хозяева это делали. Из мордушечной такой вот такой сетки. Воздух-то как? Ему надо идти, чтобы выдувать. А мы же от комаров спасались-то. Комары же заедали нас. Ну, не знаю ничего. Закройте там выход, комары. А это не дело. У нас сгнило и опять сгниет все. Все, пока. Вон она качается. Сейчас был. Какой качаться? Иди собаку угуливай себе. Опять этот коршун. До сих пор за нами сидит. Второй. Да тот же самый, у него такой же окрас.